Привет. Привет. С чего твое утро начинается? С кофе. И с просмотра какого-то видео, да? Нет. Что ты там смотришь? Да нет. Покажи. Нет? Ничего не покажу, ничего. Почему? Не смотрю. Я не смотрю ничего, вы что? Ну ладно. С ума сбриндили. Я сижу и... Ой, там кто-то кричит. Кто это кричит? I don't know. Не знаешь? Ну, может, скажешь все-таки. Любовница. Я так и знала. Ну ладно, скажи моим подписчикам там привет, все такое. Привет, все такое. Красавчик. Я. Ну, в общем, всем привет. Давно меня не было. Смотрите, я чуть-чуть похудела. И сиськи. В общем, мы сейчас собираемся на фотосессию группы Little Bigger. Little Big. Вот, я поеду. У меня что-то как-то куда-то все прервалось. Так вот, мы сейчас поедем на фотосессию группы Lil Big. Вокалист этой группы, вот этот вот мужчина. Если вы не поняли, это я. Да, если вы не поняли, это вот этот вот мужчина. Угу. Зовут его Густав. И, кстати, еще очень важную вещь забыл сказать. Оказывается, на Nintendo Switch вышел Skyrim. Ну, то есть, может быть, не сейчас вышел, а в принципе вышел. Я сейчас сижу и удивляюсь. Ничего себе. Все. Кто бы мог подумать, да? Я как любитель Скайрима, даже я не удивилась. Типа, ничего себе, я так не сказала. Вот, поэтому... Вот вам и новости. Срочно в Усачев Тудей! Усачев Тудей. В общем, мы сейчас быстренько переместимся к нам в офис. Вот мы в офисе. Ты что, влог снимаешь? Да, Пязок, как дела? Хорошо. Слушай, у тебя же готовый вот фотосессия. Да. Фотосессия? Фотосессия. Да, я говорю фотосессия, если только хочешь меня убить. Фотосессия. Говори сегодня весь день так. Фэшан. А я это говорю фотосессия. Фотосессия? Ну, я типа делаю фэшан. Делаем фэшан на липе. Фэшан на липандре. Фэшан. Причем именно фэшан. Фэшан на липандре. А там Соня. Соня! Чё? Привет, скажи. Скажи привет, подписчики смелые. Привет, подписчики. Ты не сказала, что мои подписчики. Ну ладно, спасибо тебе. Я пошла. Все, все. Да, никакие. Все, до свидания. Немножко автотюна и дисторшена. И все, я обладаю, готов. Вот. Еще обязательно нужно отделять все слога. Сроки. Ой, как у пати уже не спасет гланды. Мы и полоскали. Дабл блокс. Пау-пау. Туда еще пау-пау. Она, посмотрите, она разбеременела. Я разбедаю. Это юбилей. А куда делась? Исчезла. Дома? Дома, лежит дома. Я родила. Как дела? Все хорошо у тебя. Как дела? Че, родила? Родила. Всегда мечтал, да, встали? Да, я думал, конечно, мне не могут ответить, что не родила, потому что мать твоя она родила все-таки. Блин, прикольная тема. Когда? Чего, 26 числа я родила. Ой. У меня тоже 26 числа день рождения. У тебя день рождения? Да, 26 февраля. А не, у меня 26 ноября. У меня тоже день рождения, вот там есть число из двух цифр. Ну тут 26, тут реально одинаковые цифры. Ну короче, тут альбом. Там мальчик, девочка? Мальчик. Мальчуганчик. Мальчуганчик. Добрыня Ильич. Все равно на мой живот до сих пор смотрит. Да нет, там уже ничего, все там кончилось. Еще, там фантомная беременность еще остается. У тебя в голове. Да, я вижу все еще, типа, не понимаю, почему. Че, давай эти эйры пропишем. Давайте, пишите эйры, короче. Ребята просто над моим альбомом работают. Все, я удаляюсь. У нас тут своя костюмерная, между прочим, ребят. Нужны костюмы. Аренда костюмов. Любой костюм 1000 рублей. Пожалуйста, пишите в директ.
Ильдара Джарахова, он занимается у нас арендой костюмов. Вот, любой костюм, там есть все. Иду, иду, тут Алина такая сидит опять, поджидает меня. Ожидать. Что-то хочет. Ты сразу же, конечно, если захочешь, значит, я тебя жду именно вот тебя. Да, и что-то хочешь от меня, я знаю, ты что-то хочешь. Конечно. Ну все, как бы, как дела, Илья, как твоя сосалка поживает? Сосалка немного. Нет, вот эта сосалка. А я что, про другую какую-то сосалку? Вот эта сосалка. Вот эта сосалка сосет. Вот эта сосалка. Сосет. Да? Часто? Привет, Сережа. Каждый день. Каждый день? Да. Илья, так кто у тебя родился? Человек. Синюля. Синюля? Синище. Синище. Как зовут сына? Добрыня Ильич. Все, поняли, да, все, ребят? Теперь отстаньте от меня. У нас сын, его зовут Добрыня. Ильич. И теперь Добрыня он Ильич. И теперь он Давай Ильич. Давай можно сильно обращаться к Добрыне Ильичу. Да, теперь он Ильич. Такая смелый все-таки будет? Нет, Прусикин. Прусикин. Блин, так жалко, так Добрыня Ильич смелый. Я что, похожа на отца? Ну, блин, Добрыня Ильич смелый, это же офигенно. Правда. Ну, ничего, потом поменяет фамилию. Ну, да? сам поменяет, когда захочет. А так он будет ему писать там Трусикин, Трушкин, как там тебя еще в школе называют, Трусикин. Не, к нему будут уважительно относиться, потому что... у меня... Потому что кто его родители? Видели, да? Вот это вот человек, вот это вот человек. Да, я историю им расскажу. Ну, расскажи историю, да. Все. Мою фамилию постоянно коверкали все детство. У меня есть грамота за первое место по плаванию, но если вы посмотрите на фамилию, это не я, потому что это Прушкин. Прушкин. У меня выпускной альбом. Там реально фотография, где я такой дурацкий, и там написано Трусикин. Они тебя просто ненавидели все. Ну, видимо, да. Ты был вот, слишком кстати, талантливый. Если не верите мне, вот, пожалуйста, этот альбом. Смотрите, как Соня классно с челкой. Да? Да. Да. Такая роковая женщина. Конечно. У тебя прям лицо, у тебя лицо очень другое становится. Вот это не ты. Я не накрашена еще, между прочим. А тебе идет. Не краси никогда. Посмотри на эту розу, она же кирпича просит. Илья, покажи, как Добрыня делает. Повесите? Илюш, твоя новая кофточка? Ну-ка, покажи. Она застегивается сзади. Слушай, а тебе прикольно. Йоу, масон кот. Здорово. Но, наверное, она не тебе. У тебя там... Что? А пиписька где? Я просто... Ой! А что ты сосочки прячешь? Подожди, тебя как зовут? Илюха. Нет, подожди. Опять раз каждый год, блядь, убежать. Каждый год это возвращение. Тебя явно не Илюха зовут. Илюха меня зовут. Почему? Илюха, братишка, здорово, ты чё? Да все нормально, пучком я там, блядь, тёлочку, мози-мози, нашпиговал её, блядь. Наверное, да. Кого ты, может, тебя нашпиговали? Илюша, ну все, прощай. Не-не, все хорошо. А, ты меня зовёшь, ну ладно. Смотри сюда, мне очень, иди сюда. Мужик, сейчас погоди. Мужик? Да какой это мужик? Слушай, вот это же мне... Чё? Да хуйня, я её хочу купить. Хорошо, покупай. Ну, Мужичок. Эй, мужик. Что? За полчаса вычесть нужно будет. Да. О, дырявая рубаха, Илья, покупай. Держи. Илья, вот еще юбка, сейчас, смотри, давай, Илюша. Илюша, вот еще юбка, вот, в руках, вот. Нет, не нужна тебе такая? Ну ладно, только платье. Наверное, это тебе, Соня, платье. Соня была вот какой-то, вот шмела там вот какой-то. Шмерой. Вот какой-то неприятность. Ну-ка, это все? Бля, я так знаю. Вадим хочет, чтобы ты была шаламандрой. Шаламандра. Шаламандра. Хочу просто на площадке еще, я знаю, что сделать. Шаламандра. А можешь что-то сделать с этим? Обожаю рабочий процесс, вот это вот, когда Вадим весь в этом. Идеально здесь пиздец. Кино получится.
Она тебя сфоткала? А ты выложишь? Короче, давай, покажи. Так, а ты сейчас увидишь, как я ее обработаю. Ты охуеешь. Не хочешь еще кофе? Ну что за чудо, леди, а? А теперь смотри. Так. Берем. Там немножко пенисов. Так. Смотри. Раз. Нет. Зачем ты ее обрезаешь? Куда ты отращиваешь? Хочу, я обрезаю. Илья, ты очень плохо обрабатываешь фотографии. Что ты сделал вообще? И что это такое? Юбку не видно. Вот именно. Верни юбку. Так как будто бы я просто это самый модный парень. Ну, все понятно. Так, ты все. Так, сначала. Совсем недавно мне пришла посылка с Асоса. Я заказала тут немного летних всяких вещей себе в отпуск. Вот купальник, еще купальник. Тут платье, в котором мне, наверное, будет жарко. Не знаю. Буду в нем в Питере ходить. Вот. А сделала я это все через кэшбэк-сайт Мегабонус, чтобы проверить, как там все работает. И скажу я вам, меня все устроило. И мне даже вернулся кэшбэк с моей покупки. Представляете, как это круто? Еще и перед Новым годом, когда ты и так тратишь кучу денег на всех своих друзей и близких. Во-первых, это очень удобно. Покупая с Мегабонус, ты имеешь возможность возвратить часть стоимости с онлайн-покупки, плюс накопить еще на один или на несколько подарков. Что может быть приятнее? Также Мегабонус – это надежный проверенный кэшбэк до 40%, удобное расширение и удобное приложение. Еще там более 300 любимых магазинов, таких как, например, у меня это Asos, он там тоже есть. Помимо него там еще есть Буквоед, Связной, Алиэкспресс, всеми нами любимый. Ставь лайк, если хоть раз хоть что-то заказывал с Алиэкспресса. Гербест, Бангот, М-Видео и вообще куча еще других разных магазинов. Там также можно отслеживать движение по ссылке, и очень круто, что можно посмотреть рейтинг продавца во время покупки. Когда ты покупаешь что-то, ты можешь проверить рейтинг, стоит ли у него вообще что-то покупать или нет. И бонусом ко всему, этот сервис работает по всему миру. Это вот просто вообще. И самое приятное из всего этого, если ты впервые делаешь заказ на AliExpress, то на первую твою покупку будет двойной кэшбэк. Что может быть круче и приятнее? И еще, если ты поделишься ссылками на товары из магазина, то получишь вознаграждение в виде кэшбэка от покупки твоего друга. Но у друга при этом кэшбэк не уменьшится. Так что, если вам интересно, переходите по ссылке в описании, смотрите, чекайте, заказывайте, проверяйте. Лично меня все устроило, так что могу смело посоветовать. Ну, а я думаю, сейчас самое время посмотреть дальше продолжение влога. А? Обожаю. Ой, Вадик работает. Все, весь мой гардероб. Катя выпала за миллион рублей. Замотанная. Все, Вадик работает, все молчат в тряпочку. Где платье? Работа? Нет, это очень скользко. Самое сложное – это лифт. Лифт, у тебя очень много неприятностей. Пойдем. Вообще, когда хочется, знаете, как будто бы вот я здесь один. Представьте. Нет, такого не бывает. Так что, пожалуйста, конференц-зал освободите, а я буду каждого героя называть. Все. Уходим, уходим. Вы метаетесь. Не, я-то... А что? Я-то исключение, ребята, давайте. Тяжело очень, это самое, если всю ночь... Я помолчу, я никогда не выпендриваюсь. Я Вадима понимаю. Забери телефон. Я нормально так. То есть мне уже прямо... Нам выходить скоро. И вот этот голос, ты в первую очередь должна уйти отсюда. Уйди отсюда. Я тебя позову, Алина. Уйди, и я знаю, ты сейчас будешь говорить, а это будет на нем, да? Да. Давай, смотри прикол, смотри прикол. Илюха, руки-базуки, блядь. Что это такое? Ты чего, синтолом увлекаешься? Да, ты посмотри на банки. Синтольные какие. Какие банки? Там нет ничего.
Илюша, ты что же, это самообман какой-то? Это хорошее воображение. Представь, что там банки. Это Так. Илья, у тебя банки большие. Илья. Я свой хуй синдол колю. Короче, несчастные ребята не могут уехать на фотосессию. Да, Илья? Да. Вот, поэтому я не буду ждать их, поеду домой. Не лезь. К своему мужчине. Давай. Маленькому. Давайте поедем тогда в 16. Ой, что у меня аж фокус еще? Пропал. Да, ты что модная такая? Потому что мастер работает. Маэстро. Это маэстро? Вадик? Да. Ты маэстро? Вадик. Подбираешь потихоньку. Долго, долго так. Здесь нужно сильнее, сильнее жать. Да? А как еще раз? Как ты вот здесь нужно разглаживать. Ты чуть-чуть потереби, чтобы они... Да я-то и потрогать могу. Тихо, тереби. Мне маэстро не дает трогать. У меня ноги затекли. Нужно подчеркнуть контур сиськи. Показала сапожки? Конечно. Прям как у Ким Кардашьян. Да-да-да, абсолютно все слизано. Ты что-то там сосок повыше, ты не туда приклеила. Мне похуй. На соски не планировал ничего приклеить. Мне тут ребята из хлеба передали посылку. Я ее сейчас буду открывать. Я не знаю, что здесь. Сейчас посмотрим. Раскарковка начинается. Догадываюсь, кажется, что это. Это так мило. Ребята. Это супер мило. Это костюмчик на Добрыню. Смотрите. Такая красота. Спасибо большое, если кто-нибудь из вас смотрит мое видео. Это очень приятно. И тут записочка. Ну, ее я как бы читать вам не буду. Прочитаю. Прочитаю Добрыню. Все-таки это Добрынина записка. В общем, как вы уже поняли, у нас с Ильей родился сын, а не близнецы и не девочка. Как там, я не знаю, откуда эту информацию вообще берут дети. Вот. Назвали мы его Добрыня, и родила я его 26 ноября. Вот. Это все, что вам нужно знать. Показывать я его пока не собираюсь. Может быть, когда-нибудь покажу, но ни фотографии, ни видео он появляться не будет, потому что я так хочу, я имею на это полное право. Вот. Как-то так. В общем, пошла я. Мы едем на экскаваторе. Мы приехали в ДЛТ, посмотрите ли я куртку, но перед выходом он сказал, что он не хочет куртку, поэтому мы просто приехали в ДЛТ тратить деньги, мы не можем себе это позволить. Мы богачи. Я думаю, возьму себе вот этот манекен. Хорошо, тебе не хватает трех манекенов дома, которых уже есть? Ну, будь честь. Понял. Милости какие. Это же ты поняла, кто это? Что это за этот, как его зовут? Который в ставнях был. Это застыла утка. Этот, Розенбаум, да. Мы встретили Розенбаума, все богачи в сборе. Он тоже за манекенами пришел. Смотри, хорошенькая такая. Курточка. Кукаяка, привет, скажи. Привет. Кукаяка. Ну, они какие-то не такие. Вот смотри.
Ну, пойдем дальше, это, видимо, какая-то... Это какая-то... Она какая-то не теплая. Да, ведь у тебя-то теплая. Ну да. Ценитель моды, что скажешь? Слишком короткая. Слишком красивая, да, я тоже так считаю. 110. 111 тысяч. Мы как ценители в этом. Да. Порванная. Не купи мне. Куртка. 111 тысяч. Она же порванная. Моя мама увидела и бы сказала, я могу зашить, и вы мне заплатите за это даже 500 рублей. Ребята, если кому надо, я могу такую же сделать футболку. Свою детскую фотку туда сделаю, и будет то же самое. Один в один. Вообще один в один. Что смотришь? Религию? Что-то не очень. Почему? Мы живем в черном, написано. We live in black. Неправда. Это берем, и вы, наверное, сейчас все спросите, как так они гуляют, а где ребенок? Илья, где ребенок? Мы его продали. Ребенок дома с няней, у нас няня. Отличная, замечательная, самая лучшая няня на свете. Или мы его продали. Ага. Вот весь шопинг. В итоге мы купили опять Илье, а мне ничего не купили. Можно? Ну вот, теперь Илью у меня отобрали, с ним фоткаются. Вот. А, все, он вернулся. Вот, да, началось. Воу-воу, о-о-о-о-о. Илья, бежим скорее. Бежим. Смотри, за нами следят. Совершенно прошу прощения. Да. Могу пожать руку за творчество. Блин, очень круто. Продолжайте заниматься. Последний трек. Ты что, опять булки жрешь? Что? Булки жрешь опять? Нет. Да. Нет, я ем булочки. Булки я бросил просто. Я ем теперь булочки. Да? Какие булки ты бросил? А, бросил все остальные, кроме адыгейских. Ем только адыгейские булочки. Самые калорийные. Нет. Потому что, да, там сыр и тесто. Камон. Вот я, короче, заехала в офис, да, посмотреть, как работают. Как работают мои девочки. Девочки мои работают хорошо. Девочки умнички. Привет. Привет. Мой шарик, который больше не шарик. Шарика нет. Все, можешь теперь нагладить, да? Да, теперь могу нагладить. Теперь это проклятие не будет. Она имеет всю беременность, боялась трогать живот, потому что она думала, что она залетит, если погладить. Ну, есть такая примета, вы что, не знали?